Всем привет! Вас приветствует красавчик Чихуахуа по кличке Моряк Архонт. Мальчик бело-кремового окраса, очень красивый, с лиловыми глазками и светло-шоколадным лиловым носиком. Мальчик родился 18 января 2021 года. И на сегодняшний день он полностью привит, чипирован и готов к переезду в любую точку мира. Мальчик небольшой, мелкий стандарт. Очень красивый, аккуратный, короткая мордашка, огромные ушки. Мальчик без дефектов. Малыш имеет документы американского клуба АБКС, так как его папа мраморный, лилово-подпалый наш Ролекс. А мама красавица Анфиса, палевого окраса, с черным носиком, с черными глазками, соблюдены все правила вязки с окрасом Мерле, как положено. Архонтик, красавчик, миниатюрный крош, которому 5 месяцев, вот такой красивенный, шикарный мальчишка в поисках самых лучших и ответственных владельцев. Вот такой маленький, крошечный курносик. Ой, какой хорошенький. Пойдем, Архонтик, пойдем? К деткам пойдем, ко всем, к нашим. Пойдем, Архонтик. Мальчик Архонт, моряк Архонт, полностью приучен к выгулу на улице, к пеленке, к пластиковому горшочку. Мальчик беспроблемный по характеру, очень ласковый, ручной. Когда его берешь на ручки, он просто тает. Очень любит ласку, конечно, как и все чихуахуа. Но в игре это активный мальчик, который с удовольствием показывает свой характер. А на ручках он просто вот так тает, обнимается и очень любит, чтобы его долго-долго носили. Мальчик легенький, поэтому это без труда сможет сделать любой обычный человек. Вот такой красавчик, светлые глазки, которые достались ему от папы, так как мамочка у него черноглазая, черноносая, палевого окраса. Ну, малыш вот такой вот получился шикарный, светленький, от мраморного нашего Ролекса папы Мерле. Мальчик чудесно стоит в стойке, вот такая ровная спинка, его как поставишь, так он и стоит. Это наш папа. Ролекс красавец, курносенький, покладистые, все собаки, и мама, и папа, очень с прекрасным характером, воспитанные, неговкучие, ручные, ласковые и с сильным характером чихуахуа. Не истеричные, самые лучшие на белом свете. Это Архонтик маленький, моряк Архонт. Ну, сейчас будем немножко возвращаться в его детство, от сегодняшнего дня до... когда он был совсем маленьким. Вот такой крошечный, хорошенький курносик был наш малыш моряк Архонт. Вот такая милота. Очень красивый, эффектный. Это мамочка наша Анфиса, Анфилада Костропула. Это дедушка, двукратный чемпион России. Дедушка, вот он еще раз дедушка. Вот такой вот красавец. Это помет. Два брата черноподпалых, мраморная сестренка Марго и сам моряк Архонт. Это дедуля своей персоны. Это прадед нашего Архонта, моряка. Это Филипп Красивый, золото, Эксельсиор. Вся родословная на виду. Это тоже дедушка мажор. Это дедушка и папа.
И вообще вы можете наблюдать это каждый день в нашем питомнике Мамуля. Всем пока!